Ведущие компании страны представили свою продукцию по услугам связи, производства и оборудования на выставке в Якутске. В столице завершилась 7-я межрегиональная специализированная выставка, в которой приняли участие 58 предприятий из 14 регионов России. В течение 2 дней на одной площадке работали производители и поставщики услуг информационных технологий, связи, телекоммуникации и безопасности. Гости выставки смогли узнать о новых технологиях, а у предприятий появилась возможность увеличить клиентскую базу. Итогом выставки стало вручение лучшим предприятиям золотой медали и присуждение номинации «Лидер отрасли». Компания «Профессионал» – это завод-изготовитель навесного оборудования для спецтехники, для строительной и карьерной. Также занимается поставками запасных частей для строительной карьерной техники. Поставляем гидравлическое навесное оборудование, активно развиваем региональные склады по всей России. В данный момент у нас находится склад в городе Якутске и в городе Нерюнгри. Дальнейшие планы развиваться, также участвовать в выставках, заводить новые знакомства, новых поставщиков.